парк Северное Тушино. Мы около музея. Вот это подводная лодка. Черная, длинная субмарина. Здесь открыли проход. Большая. Там бюст стоит Ушакову Федору Федоровичу. Люди идут, вот это музей строится. Мы пойдем на север. Пойдем. А вот это вот торпеда. О, какая большая. Длинная торпеда, покрашенная. Учебно-тренировочная торпеда. Для проверки работоспособности торпедного аппарата. А это буй аварийный. Это антенна выдвижная. Антенна связи «Параван». Буксируется подводной лодкой, находящейся в подводном положении. Работает в пассивном режиме в диапазоне СДВ и СНЧ. Там ребенок какой-то катается. Видишь? Сейчас он назад поедет. Волны какие. Волны, конечно, он может не удержаться свалиться. Все. Тренируется спортсмен. Сейчас он поедет назад. Да, вот сейчас он поближе к нам подплывет. Мы его посмотрим, как он плывет. Мальчуга, он сейчас уйдет в воду. Да, бухнулся. Утопился. Руки слетели. Теперь ему надо зацепиться, чтобы его назад протянули. Что? Народу мало. Уже 7 часов вечера. Сейчас и мы скоро пойдем домой. Так, доплыл. А теперь поехал. Вперед. Здесь трос тянет. Наверное, на этом он и закончит свое катание. Карусель. Осьминожка. Вот уже темно, а дети все еще гуляют на площадке. И людей очень много. Мы уже собираемся домой. На выход. Вон какая темно. Мальчик в тире стреляет. Пульки отлетают аж сюда. Мы идем на выход. Кафешки, ресторанчики, а нам вот на выход. Прямо. А дети еще продолжают веселиться. Паровозик детский там едет. Карусельки. А вот в ресторане мало народу.
Ладно. Пока. Пока. Пока.